Динамичный, многокультурный, свободно выражающий себя. Именно таков образ современного человека мегаполиса. Эта концепция легла в основу новой коллекции «Осень-зима» 2014-2015 Людмилы Лабковой под названием «City Street». Удивилась тому, что в принципе у каждого города есть свое лицо, и все космополитичные, какие-то большие, разнообразные, и одновременно есть общий дух большого города, вот эта динамика. Минску посвящено послание, посыл такой, стремиться к тому, чтобы быть в ряду лучших мировых столиц. Возвращаются в моду 80-е, и поэтому коллекция проникнута именно 80-ми. Кроме того, именно 80-е годы было наиболее интересное течение дэнс, поэтому смарт-дэнс, коллектив, который со мной работал, эти девочки пропорционально ближе к нормальным женщинам, которые в меня одеваются, таким, как мы с вами. А, соответственно, восприятие их, как я вот такая, ближе. Некоторые модели из этой коллекции будут в ближайшие дни запущены в массовое производство. Действительно необычный эксперимент, показать на танцовщиках – это всегда риск. Вот, молодец Людмила, что не побоялась. Как всегда, мне понравились ее платья. Очень интересные есть ходы, и складки, и решение черное с бежевой, такой графика, немножечко такое настроение 20-х годов, эти отрезные талии в области бедер. Получила удовольствие.
шерсть, потому что это зимняя коллекция, немного хлопка. Все мировые дома представили достаточно графичные коллекции с небольшими всплесками ярких цветов. В моей коллекции это голубой. Чистый цвет, цвет красивый, светящихся экранов, цвет рекламы. Я прихожу на все буквально показы Людмилы Лабковой и неоднократно с ней сотрудничала в совместных проектах. И для меня вот сегодняшний показ – это было что-то абсолютно новое. Я смотрела, я узнавала стиль Люды, и в то же время какие-то были свежие такие идеи. В частности, мне очень понравились пальто, полупальто, вот эта вот мягкость, женственность в тканях, в крое. Это то, что ей присуще. И принты. Люда любит работать с принтами. Но в то же время совершенно новые мотивы, да, совершенно новое сочетание цветов. И вот этот ярко-васильковый настолько запоминающийся и создает такое хорошее настроение, позитивное. Ну, просто супер. Больше из африканского континента, потому что как раз-таки большие города очень много населяют жителей черного континента и несут свою культуру. Здесь я хотела смешать европейскость и вот эту вот американскую, немного африканскость. Со мной работали две компании, Gosh Cosmetics и сеть салонов Итера. И мне кажется, ребята прекрасно справились со своей задачей. Отлично, все отлично. Вообще необычно, но мы были на нескольких показах, это был самый такой лучший показ. Присутствовать на показе Людмилы Лабковой, это наша подруга, коллега. Она всегда отличается ее показы какой-то концептуальностью, и в этот раз это не исключение. Мне тоже всегда нравится творчество Людмилы Лабковой. Мне очень нравится то, что вещи ее носибельные. Очень много пришло к ней клиентов, которые ее любят, уважают как дизайнера. И в то же время вещи практичные, которые очень сейчас актуальны в наше время. Немножечко и кризис в современном мире у нас существует. И поэтому вещи должны быть носиться и не на один раз, не только для праздника, а и в пир, и в мир, и в добрые люди.
будьте в тренде с Людмилой Лабковой.